Мечта всей жизни. Студия балета для взрослых работает во Львове. Ее открыла профессиональная балерина. Здесь неважно, сколько лет ученикам и какая у них профессия. Главное – любовь к танцу и усердная работа. За ней наблюдали корреспонденты UATV. В обычной жизни они врачи, бухгалтеры, филологи, чьи-то мамы и бабушки. Но в этой студии все балерины. Ирине 52. В детстве она занималась художественной гимнастикой. Спортом увлекалась и во взрослой жизни. Ходила в тренажерный зал. 5 лет назад у Ирины диагностировали рак. Болезнь ей удалось победить. После этого искала что-то для души. Так начала заниматься балетом. Балет – это растяжка. Полезно для суставов и мышц. А главное, ты всегда выходишь из студии с хорошим настроением. Получаешь позитив от занятий. Сюда вечером приходишь и отдыхаешь. Все меняется. Балетом Ирина занимается 5 лет. Ее сверстница, бухгалтер Елена, 1 год. В детстве она мечтала стать балериной и, наконец-то, решилась осуществить свою мечту. Благодаря балету я еще занялась самообразованием. Я изучаю английский язык, пошла на курсы администратора. Люди просто сидят и ничего не делают. А еще столько всего можно сделать. А еще в свои 52, благодаря балету, я выросла на 1 сантиметр. Представляете? Балетную студию для женщин любого возраста 4 года назад основала Евгения Коршунова. Она ведущая солистка Национальной оперы Украины. В 2015 году был очень сложный период для нашей страны, и мне захотелось как-то поднять дух наших женщин. Помогать волонтерам я не могла, потому что работаю в театре. Подумала, что я умею танцевать, и решила создать студию. Все началось с объявления в соцсетях. На первое занятие пришли 3 человека, но скоро набралась полноценная группа. Уже через год ученицы Евгении стояли на пуантах. Во время открытого урока они удивили родственников своими достижениями. Они танцевали часть из балета «Лебединое озеро». Без ошибок, и каждая девушка еще танцевала свою балетную вариацию. Программа для учениц разного возраста отличается по сложности. Но главное, говорит Евгения, настроение, с которым они приходят, и настойчивость, с которой работают. Мне кажется, что эта группа, они более вдохновленные, чем молодые девушки. Они так душевно танцуют. Возможно, они не могут держать высоко ногу, как молодые, но они молодцы. Желающих освоить балет каждый год становилось больше. Теперь во Львове работают 3 таких студии. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Львов, UATV.